В мае следующего года Самарское отделение Российского союза ветеранов войн отметит свой полувековой юбилей. А уже в сентябре этого года 65 лет исполнится Всероссийскому союзу ветеранов войн. В Самарском доме офицеров обсудили подготовку к празднику, а также подвели итоги работы организации за 2 года. В период пандемии члены союза продолжали оказывать помощь своим соратникам. Это поддержка в условиях пандемии, помощь здоровью, проводы в последний путь, в который уходили участники войны и ветераны. Это помощь им в здоровье. Были обследованы ряд товарищей. Определенная поддержка в моральном и материальном плане. И в целом большая работа у нас проводилась. В условиях пандемии не от того, что мы такие герои, а нужда заставляла. Обсудили и взаимодействие Союза ветеранов с молодежью. За прошедшие 2 года организация активно работала со школьниками в музеях области, устраивала праздничные концерты в День Победы под окнами маломобильных граждан, помогала ветеранам не только Великой Отечественной войны, но и участникам боевых действий в Афганистане и на Кавказе. Активную поддержку организации все это время оказывало как областное правительство, так и городские власти. Помощь города, так сказать, она тоже измеряется предоставлением и помещений, вот, и для проведения торжеств, ну и, конечно, в личные праздники, не только юбилейные, и государственные, значит, все наши ветераны не остаются без внимания. В заключении встречи участников Союза ветеранов войн наградили за вклад в развитие организации. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.